Ожидается, что нововведение сделает систему начислений прозрачной и понятной, но пока у людей больше вопросов, чем ответов. Ничего у нас такого и не указано, что было, то и было. Да нет, вроде. Может, не внимательно смотрела. Как получим, тогда начнем или удивляться, или радоваться. Уж как-то, что можно тут сказать еще? Знаете, что такой расчетный способ? Много вопросов не только у потребителей услуг. Изменения жилищного законодательства, которые вступили в силу с 1 января 2017 года, активно обсуждают представители УК, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций и расчетных центров. Одно из таких совещаний прошло с региональным правительством в режиме видеоконференц-связи. Итак, главное, в новых платежных документах от ПОК ТС, Горводоканала и Архэнергосбыта графа «Коммунальная услуга на общедомовые нужды» исчезла. Но платить собственникам все равно придется. Теперь эти суммы будут отображаться в квитанции от управляющей компании. Поэтому, когда придут квитанции за январь месяц, все, за исключением нескольких домов, все плательщики увидят то, что в платежном документе появились три новые строки. Это ОДН за энергоснабжение, ОДН за холодное водоснабжение и ОДН за горячее водоснабжение. Там будут обозначены определенные суммы. Таким образом, плата за содержание жилого помещения возросла на сумму расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в доме. Речь идет о горячей, холодной воде и электроэнергии. Для включения этих расходов в состав платы за содержание и ремонт решения собственников не требуется, так как совокупный платеж жилищно-коммунальной услуги для населения не увеличится. Поэтому для потребителей это формальный вопрос. Последствия этих изменений на себе ощущают или только управляющие организации. В первую очередь изучаем закон, затем изучаем новые для нас такие направления, как тарифы в данной сфере, нормативы в данной сфере. Столкнулись мы с тем, что некоторых показателей у нас для начислений, так скажем, просто нет, их пришлось рассчитывать заново, поэтому однозначно объем работы увеличился. Цель законодательства – ужесточить контроль за деятельностью управляющих компаний. Теперь им придется следить за энергосбережением и воровством ресурсов. Ведь перерасход они будут оплачивать из собственных средств. А жителям оплата за ОДН будет выставляться по нормативу. Его новая величина будет утверждена до 1 июня 2017 года. Радивые управляющие компании всю информацию изложили на оборотной стороне платежного документа. Если у вас остались вопросы, то номера телефонов указаны там же. Кроме того, внимательно изучите платежные документы. Если в квитанциях от ПОК ТС, Горводоканала или Энергосбыта у вас остались строчки ОДН или в них не нулевые суммы, обращайтесь в управляющую компанию за перерасчетом. Если не удалось добиться своих прав, идите в государственную жилищную инспекцию. И еще, в домах с непосредственным управлением, а также там, где способ управления не выбран или не реализован, остается прежний порядок расчетов. Эти потребители ОДН оплачивают в составе платы за коммунальные услуги.